Royal Life. Good morning. What date today? Сегодня 4 января 2020 года. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе гуанское утро. Мы в Рамболе. Ну, вернее, уже и не утро, уже и где-то день. О, Алина, привет! У нас сегодня был план. У нас сегодня был план с Катюшкой. Пойти что-то там покопаться вот в этих дешевых тряпочках. Good morning! Доброе утро! Ух, доброе утро! Какие молодцы! И имя помнят, и по-русски говорят. Вот. И мы хотели с Катюшкой часов 10 начать копаться там в 100-рублевых тряпочках, да и еще простынку мне посмотреть. Ковер-то уже второй месяц пошел, а я все без ковра живу. Вот. Ну, и Катюшка... Сейчас, не шуми, говорит, смотри. Куда смотреть-то? А, он говорит, там был хамелеон, да. Но он убежал, говорит, короче. Вот на том месте должен быть хамелеон, дорогие товарищи. Представьте его себе. Ну вот. А you remember, darling, one time when John plays we slept and from window red mouse jumped to me. Он говорит, хорошо, что мы спим на веранде, а не в саду, потому что иначе всякие бы разные хамелеоны к нам в гости приходили. А когда мы здесь первый раз приехали и жили вот там, где Джон жил, и рядом снимали очень шумные израильские молодые люди, они отмечали окончание армии и всю ночь шумели, пили, играли на музыкальных инструментах, вот. И там даже перепугались даже мыши и крысы, видимо, этого. И одна мышь, у меня кровать была возле окна, и одна мышь прямо прыгнула в окно и стала по мне бегать, очумевшая. Но, вернее, это была не мышь, это была крыса. Вот, потому что лапы были большие. Или это мне страшно так было? Ну, в общем, вот тогда вот мы решили с ним съезжать. Слава богу, на тот момент что-то ничего не нашли, чтобы нам понравилось. А эти ребятки потом... съехали сами на следующий день. Вот, это нас они за одну ночь довели до такого состояния, что мы решили уехать. Вот. Что я сбилась, да? Как я говорю, соскользнула с мысли. А с Катюшкой мы собрались покупать всякие 100-рублевые штучки, потом купить мне простынку, ковер. Больше месяца уже прошло, а ковра на моей стене так и нет. Хотели все это поснимать, пошопиться. Я ей сказала, что я ее приглашу. А можно я вот тут пройду как-нибудь вот мимо вас? Спасибочки большое. Вот. И я ее приглашу потом в ту кафешку, где мы отмечали ее первую зарплату. Говорю, будем отмечать что-нибудь. Будем отмечать 4 января 2020 года. И вот счастье-счастье. Ну, потому что Новый год... Вернее, мой день рождения трудно с кем-то отметить так вот, как ты хочешь. Давай, да. Я, видите, какая. Люди пишут, мы ждали, что вы покажете, какой был Новый год, а вы уснули в 10. Что ж такое? Я говорю, ну простите, ваш корреспондент из Арамболя не выполнил своих обязанностей. Но 2 года назад мы в Гоа отмечали Новый год. Нас пригласила Анечка, наша зрительница, на Кандалим пляж. Там она снимала апартаменты прекрасные. Вот. И мы и фейерверки, и огни, и все это я снимала. И у меня есть видео, и я потом прикреплю, если не забуду, под этим видео. Вот. Ну, а вот здесь Кинара-ресторан Арамбульгуа на повороте. Вот здесь вот очень вкусные мамошки. Вообще здесь все вкусное. А Саши голодный. У нас с Катей был такой план. Вначале мы шопимся, потом едим. Но он говорит, я голодный сам не свой, поэтому давай кормиться, а потом уже шоптись. Делайте, что хотите. Вот news, darling. Something interesting.
they talk about Indian present government want to control people who are illegal in India without document, you know. What doing? Any people who are living in India without any paper. Они хотят ужесточить контроль людей, которые проживают в Индии нелегально. And now a lot of people go against it. Why you try to control like this? Why not? They have to control everything. Сейчас народ недоволен. Почему это не хотят контролировать? Он говорит, любая страна контролирует, да. Мы приезжаем в Россию, мы сразу же едем регистрироваться. Да. And a lot of people are in favor of people not to have this kind of law. It's stupid thing. There's no one who doesn't control their people. It's a very stupid thing. Раньше было вообще очень мягко. Так люди долго жили без визы, без паспортов даже здесь. А сейчас стали очень сурово относиться, даже в тюрьмы сажают. Так, ну что здесь происходит-то у нас? Он же ж мне не рассказывает новости. Ого, правда? Ну, конечно, да. Я тебе потом помогу. Но я хотела мамушки. Я закажу себе мамушки. Nice. Тали. Вот we celebrate. Thank you. Celebrate our hunger. We are hungry. Что мы празднуем? Наш голод. Ой, две таких чудесных лепешки. Good appetit. Enjoy. Маленький-маленький. Давай. Ой-ой. Хорошо. This is better than Atlanbab. Да. 130 всего этот стоит. И говорит, лучше, чем в Арканбаре, вот этот вот тали. Там, говорит, только дал 100 рупий. Хорошо. Да, много, большая тарелочка. Это обычная регуляр тали. 130. А? Yes, about 20 minutes by bike. I want... Так, я хочу... Бабу! Чиз, потейто, маму, фрайт. Да. Где он? Приветики. Ну давай, давай, забирайся сюда. Давай, иди, мой руки и приходи. Извиняемся. Он оголодал, ты знаешь, какой он. Когда голодный, давай сюда, запрыгивай. А он не завтракал? Я тоже no breakfast. И ты тоже no breakfast. Одна я с breakfast так прямо... Давай сюда сходи, потому что я тут уже свела гнездо, понимаешь? Вот тут вот перепрыгивай через меня. Ладно. Упс. Говорят, если перешагнуть через человека, он больше не вырастет. А, да. Вы не хотите, ты понимаешь? Больше расти? Ну, я не знаю, мне кажется, я и так уже достаточно выросла. Смотри, что у меня сегодня. Вау, мой браслетик. Да, помнишь, как ой, ты класс. Мне его подарила ой, в том да, году? Год назад. Ой, так. Класс. Как приятно видеть, что вы его проверили. Да, я его с собой привезла. Ой, класс. Сердце радует. Давай, да, заказывай. Конечно, конечно. Я заказала себе мамушки, и еще вот он хочет, чтобы я с ним тали разделила. Ну, не знаю. Сейчас что-нибудь подберем. Здесь так уютненько, и мы прямо решили, что здесь можно жить. Свить уже основательное гнездо. Так, покрыть. Я согласна, беседочка очень уютная. Да. See you later. Okay, go arbeit. You will pay for all. Have a nice day. I will pay. Давай, все, папочка, иди гуляй. Дай девчонкам повеселиться. Господи, I have my phone. Ага, окей, enjoy. Бай-бай, ой, как... Романтик какой у меня муж. Будем щебетать. Да, предадимся кулинарным удовольствиям. Да. Что ты заказала? Мы заказали гоби манчжурин. Да.
Тут главное, в меню мы не нашли, но Саши спросила, сказал, что есть. Это очень здорово. А я заказала момо давно. И сочек. Сочек морковно-шпинатный. 100 рублей. Давно супер. Шпинатика не употребляю. Сама никак не делаешь, я не могу найти. Никогда. Не могу найти. Чтобы такой, был не потухший. Ну ладно. На рынке. У них по средам, по-моему, рынок. Саши вот приносит с рынка. Такие красивые, да. Прямо букеты. Прям как букеты. Надо глянуть. Ты я, видишь, это вот все свои стратегические запасы все прикрыла. То потом пересчитают мои складочки. А мне написали, так классно, я уже... смотрю сначала одну серию с Ириной, потом смотрю Катины серии. Так уже классно, что именно с двух ракурсов съемки идут. А мне какой-то парень сегодня написал, а что, Катя с Сашокой поссорились? Проснулся. Да. Я говорю, вы это ей и напишите, откуда я знаю. Видимо, это смотрит. Есть ли у него шанс? Мы уже поссорились, мы уже помирились. Тут такая, заваруха поднялась из-за всего этого. Уж поссориться нельзя. Мы иногда как так мне ссоримся. Мне тоже еще написали, милая бронец только ссорится. Мы не то что милые, но просто на всяко в жизни бывает. Я это уже в видео тоже говорила, это сансар. Сегодня вы дружитесь, завтра поссорились, послезавтра опять вы дружите. Все нормально. Но что делать? Надо как это самое. Находить общий язык. Мы и то даже тарелками кидались друг в дружку с Саши. Вы еще не кидались тарелками? Нет. Это вы плохо ссоритесь, это вы не умеете. Мы не дрались, а кидались. Он кинул так, и, значит, в метре от меня. А я кинула ему в лоб. И он потом, когда помирились, говорит, я же метился-то, чтобы в метре от тебя. Я говорю, мама пленных не берет. Я на поражение кидаюсь. И больше он не кидал у меня тарелками. Он знает, что я очень меткая. У меня большой опыт, у меня был первый брак. Веселый. У него, видимо, не такие веселые были браки, что не умеет кидаться. Все хорошо, дорогие зрители, все хорошо. Все у вас хорошо. Помирились и все. Будем дальше жить, поживать, да добра наживать. Вот как я это характеризовала. Ой, да. Но все равно здесь, конечно, райский рай. Вот сижу вот здесь и осознаю, что 4 января какое-то совершенно не зимнее. Не зимнее, да. Не навевает мне зимнее настроение. Пальмы какие-то. Вы знаете, похолодало. Да. Я езжу, чувствуется сырость, вот эта влажность, прям холодно ехать. И вот уже дня 3 без вентилятора ночью спим. Выключаем вентилятор. И даже комары какие-то стали пугливые. Манчжуриан, спасибо. Опять рис? Thank you. Спасибо. Так, Саши, газетку, но ты, наверное, не будешь читать. Ух ты. Какая красота. Гоби – это цветная капуста. Какая красота. Точно мне был не гоби. Я вам говорю, там были шарики такие овощные. Ведь это было. Значит, все благодаря вам. Это, да? Попробуй. Да. Ага. Что-то. Упс. Это. И вот бери, давай я тебе это. Слушай, какие они. Что-то какие-то они толстенькие такие. Обычно у них потоньше. Кожура. Кожура потоньше. Это, наверное. Толстопузики. Они, наверное, зависят от повара. Кто-то потолще тесто делает, кто-то потоньше. Угу. Вот, давай. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Сейчас. Ой, мамошки вкусные. Даже смотри, пюрешка и сыр там. Это я уже в соевый соус потыкала. А вот это вот минта кориандр. Соус. Загадываешь желание, такая... Первый раз, да? Первый раз? Первый раз. Попробуй. До этого были шарики. Шарики. А это в кляре вот. Так. Все, угадали. Вкусненько. Вау. Я потом обязательно тоже сделаю, тебя приглашу. Я делаю такие же, но немножко по-другому.
Они хрустят? Это очень вкусно. Uh-huh. Такое нежное. Больно. Congratulations. Благодарю за приглашение сюда, вообще, что я сюда дошла. Я, может, и не пошла бы. Ну, просто так. Да. Ну да, но мы же хотели с тобой сделать там, покопаться в 100-рублевых тряпочках, купить простыночку, посмотреть. Мы же давно виделись, сколько дней. Давно. А сколько не виделись? Не помню. Ну, когда мы виделись? Да? До Нового года? 31 декабря, что ли? Да, 31 мы с вами виделись. А, и все? А сегодня 4-е, однако, да. Соскучилась. Ну, давай, ням-ням. Что, не потянула две мамушки доесть? Эх, слабачка. Опять пузико. Да ладно. Пузико. Вкусно же. Очень вкусно. Ну вот будет у меня еще. Короче, ты нашла, да, пластиковые пакетики? Да. 50 пакетов, 50 рублей. Да ты что, здорово. Угу. А где ты нашла-то? Что в крупе. Меня спросила, говорю, надо пластиковые пакеты. Я говорю, запрещено. Я говорю, ну пожалуйста. Ну очень надо. Да ты что? Она достала. Ну да, я сейчас же в ГУАЗ. Даже продавать не хотела. Не хотела. Вот тебе раз. Спасибо большое. Я думала, вообще как бы не будет здесь. Ну, как-то они все-таки откопают. Так вот баночки, но правда она покорежилась. Да ладно. Из-за температуры, я не знаю. А я туда ж пихала горячую еду. Да, я думала. Покорёшилась какой-то. Ну, и фиг с ней. Помер Максим, и фиг с ним. Ага, хорошо, покорёжилась. Бедолаг. Ну, пострадала. Такая смешная стала. Ага. Спасибо. Ой-ой-ой, спасибо. Ну что? Сейчас мы посмотрим наш приговор. Всего 600 рупий. Так, подожди, а он посчитал хотя бы сошито? Тали сосчитал. Гоби манчжурин, ну вот, 190. Чизмаму, да, все мы по-честному. Отлично. Угу, 600. Угу. Прелестно. Ну что, ты распрощалась с пельменем или тебе упаковали? Все, забрали с собой. Забрали. Еще ага. Мне перекус. Так, у нас есть силы пошопиться? Конечно. Пошли, продолжаем. Мы же еще покрывальца-то даже. Ну так я и хотела, да, покрывальца-то и купить. И покопошиться. Ирина, да. Благодарю вас за приглашение, за этот чудный обед. Я лично думала, что мы просто как бы, я приду, сама за себя заплачу, но... Нет, ну ты не поняла, что ли? Я же тебе по телефону сказала, я тебя приглашаю. Ну, да, я непонятливая немного Спасибо. Давай, ага, ну пошли. Сейчас это, еще, наверное, может, полезу. Это как бы опять день рождения. Опять день рождения. Опять да. Никак не поймем, сколько мне лет. Саша, уже, да отстань ты от меня, пусть тебе даже будет 50. А вот он же ругается, он говорит, что мне 55 теперь. А я ругаюсь, говорю, 54 только началось. Пошли. Атмосферу, за беседой. Так, такое милое кафе, да? Скажи. Очень милое кафе. Сколько там у них припрятано всяких разных тайных столиков? Это я просто обследую. Большое. Газету, говорит, забыли. Я говорю, не, мы оставляем. Даже начал ругаться на мантры, представляете? На мантры, да, да. Мне я пришлось тоже вырезать. В машине ехали, мантры тихо звучали, и то получили предупреждение. А, who is it? He's a DJ. Yeah, he's in Goa. You know him? Yeah, he always come here. А, он здесь? He famous? He actor? Yeah, who is it? Actor, no, he's a musician. А, musician, музыкант, и он в Гоа сейчас. И на Рамболь? Yeah, и на Рамболь. А, вот он что показывал-то, ты понимаешь? Парень музыкант, он сейчас в Гоа, вот этот вот. Yeah, he's... Какая шляпа у него, интересно. А это не горшок? Чугунок какой-то. Так, ты обулась? Ну, пошли. А там у них тоже, что ли, помещение? Пошли заглянем. Я видела, они туда соки носили, какая-то тайная комната.
А, нет, это они тут работают. А, ну, I saw this also cafe. Окей, kitchen. Все, ну теперь мы все знаем, и нам больше не любопытно. Спасибо.